прям. Хороший, давай. Так, тихо. Ниже. Поднимай. Нет. Сейчас достанем. Так, плохо то, что нас понесло, торопиться. Поднимай. Друзья, всем привет. Ну что, на дворе у нас 28 июня. Вот и кончается первый месяц лета. Выехал я на очередную рыбалку. Поставил спиннинг. С правой стороны от лагеря я там поставил закиднушку. Только сел монтировать оснастки донки. И спиннинг аж вырвало с рогатки. И там что-то сидит. Прям нереально завело. Давайте посмотрим, я не знаю. Даже не успел полностью оснаститься камерами. Но я считаю, то, что нужно вытащить и посмотреть. Сейчас мы фрикцион. Здесь приходится заходить в воду. Без подсака. Но мне кажется, все-таки это какой-то карась. Но нам хорошо, мы с собой еды много не брали. Нам нужна же ореха. Так, вот здесь в траве, конечно, не очень удобно этим заниматься. Нет. К большому сожалению, я ошибался. Но ничего, сейчас будет, как говорится. Ладно, друзья, всем желаю приятного просмотра. Заранее обязательно подпишитесь на канал. Обязательно заранее поставьте лайк этому видео. И всем желаю приятного просмотра. Поехали. Однозначно, ребят, сидит. Не знаю даже. Вон он, смотри, что делает. Не уйти бы с ним. Завел. Как бы лодку не пришлось сталкивать здесь в траве. Не знаю, пока ничего не чувствую. Ага, чувствую. Давай. Сазан. Есть, да, сазан, скорее всего. Сейчас постараюсь его через траву протащить. Ага. Ох, отличный. Стабильная полторашечка, папа, друзья. Папа, я тут на лодке кайфую. Ну, это, конечно, еще проверить надо, взвесить. Бабочка, может быть, даже отпускной, но по размеру он проходит. Бабочка, отлично. Мы буквально здесь минут 20-30. Здорово. Я так еще не попадал. Ну, как бы не было оно на жареху, мы уже наловили. Рыбка свежая. Вот он. Не, хороший, мерный. Он широкий. В нем прям, наверное, кило 300, кило 400 стабильно. Вот он. Быстрый жмых работает. Не выдержал я его. Не удержал. Надо срочно ехать на той стороне к чаку навязаться. Так, друзья, ну что, пошел я дальше оснащать удилище. Перспектива есть. Все-таки я думаю, то, что рыба, она тронулась. Фух. Сазан за первые полчаса. Это прям, ну, не такой крупный, как хотелось бы, но все же приятно. Спиннинг молчит. По спиннингу удар вообще конкретный был. Друзья, смотрите, что творится. Подсак неси, Моисей. Неси подсак. Смотрите, что творится. Рогатка держит. Там, где я рыбу вытаскивал. Так, я попробую его вдоль кустов протащить. Ну, тоже не особо крупный, наверное. Хотя пока не пойму. Сидит, да. Ух ты. Травы вообще куча. Угу. Ушел прямо здесь у берега. О, обидно. Ну, клев есть, слава богу. Рыба будет. Да, хороший плес прям такой. Ну, под двушечку, я думаю, он был. Ко мне навстречу плыл, я его даже не чувствовал. Ударил прям хвостом. А где он, пап? Поплыл дальше своей дорогой. А вы что, его не поймали, пап? Нет. Почему?
Так, ну все, глубоко, кстати, 4.5 метра. Ага. Также ставим. Также ставим. Так, ну все, пошел я дальше удочки делать. Я думаю, поеду ставить на ту сторону. Эти надо будет вытащить. Жена у меня не сможет справиться, наверное, с рыбой с такой. Почему? Друзья, ну что, оснастил я несколько штук. Пару-тройку удочек. Сейчас вот по той стороне камышку привяжемся. Поставим поставухи, как говорится. Лодку все снарядили. Взяли с собой на всякий случай подсак. Думаю, у нас рыбалка получится. Ладно, приятного просмотра. Мы погнали ставиться. Давай. Веревку сразу за борт. Так, веревку. За борт в ноги к себе складывай аккуратненько. Ой, мокрая такая. Угу. Это, походу, моя вешка, которую я оставил, моя салфетка, забыл снять. Ну, отсюда и начну. Друзья, вот и первая проверка. Поставили мы на этой стороне удочки. Масюнька. А вот это полкило. Сейчас доберемся до нее. Вот, смотри, папа, мы дополучили. Леска натянута. Держись. Вот это полкило. Я так папа, мы нас пошел, конечно, да? От пауков. Папа меня спасет от пауков. Мусора нет, уже радует. Жмых на месте. Друзья, мы тут с сыном в лодке в азарт вошли. Спиннинг надо лодкой держи. Надо лодкой. Поднимай. Нет ничего. Сейчас не закидывай, я тебе червя подсажу. С сыном вошли в азарт. Вышли на лодке. Думаю, давай на червячка с тобой подербаним. Вот у меня первый заброс, у него второй. Уже такую хорошую густеру он вытащил. Молодец у меня рыбак. Сейчас я ему червячка подсажу. Давай крючки свои. Я же крючок. Ой, зацепился. Ловим на зеленого червя. Пап, зацепился крючок. Отцепляй давай. Его и надо подсаживать как раз. Ой, отцепил, папа. Я не могу управлять удочкой, она такая неуправляемая. С берега лучше, пап, удочку побрать. Почему? У тебя короткая, самая удобная. Да? 1.5 метра. Так, все, сейчас я ему закину. У него хорошо грузил, тяжелый. Сколько у тебя? 5 унций у него грузил. Ой, что-то очень далеко. Там и клюет. Вон у меня клюет теперь. Вот сюда. Пап, сейчас теперь слежу, закончу. Папа, а как мне поставить его? Вот. Все, пап, я поставлю так. А между делом какую густеру поймал? Вот такую вот. А слежу, закончу. Хорошая. На жареху сегодня вечером. Так.
Так, друзья, у меня что-то там село. Ну, это, скорее всего, сомик, его повадки. Ты сидишь на этом, на чаколине своем? Да. Что-то нас тащит, а это он наш стаскивает? Я не знаю, как вам показать. GoPro нет на голове, плохо. Заодно фрикцион отстрою. Ага, сильно. Ага. Смотри, рыбу какую папа тащит. Молодец. Младенец. Маленький. Ух. Мы тебя поджарим. Вот такой самёра у нас клюет. Неудобно. У меня руки работают, на груди камера трясется. Вот смотрите какой. Отпустил? Ну а что с ним делать? Есть. Короче, ловим бель на жарёху. Сынок, у меня лимона допился. Рано подсек. Моисей работает. Моисей продакшн. Спиннинг к воде, да. Оттуго работай. Подтащил, подкрутил. Катушки не самые лучшие, я понимаю. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Зачем ты крючок замотал? Давай ее сюда. Хорошая густера. Сегодня мы ее съедим. Опять такая же? Пап. Да. А что тут такие густеры плавают? Так, держи на весу спиннинг. Пап, я думаю, пап. Тащу. После сазаних поклевок эти не чувствуются. И, конечно, верхний крючок пустой. Масюнь, ты чё? Сидит, говорю. Ну, это не сом. И так хорошо. Тихо, 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 не злорадствуй, аккуратненько, медленно, крути равномерно. Чувствуй. Чувствую. Да. Поднимай, поднимай, все, не надо больше крутить. Сюда, сразу в лодку, чтобы не ушла. Опа. Моя, я уже две рыбки поймал. А ты только три, пап. Сын работает, я работаю. Вообще белая рыба не дает отдыхать нам. Не могу почесать голову. Только смотри, крючки не замотай. У меня нет ничего. У меня есть. Когда не заматывай, все, держи, 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 держи. Ой, нет, папа. Ничего, ничего, сейчас, сейчас сниму. Ниже опускай леску, кольцо немножко, а вот-вот, либо удилище, да. Ой, я опять кровь крутой. У нас теперь 3-3, пап. Короче, у нас здесь с сыном вдвоем бой. Не, все, не мотай больше. Вот. Поднимай. Вот. Все, держи. Вот. У пап тоже что-то сидит. Нормальную, кстати, густеру такую поймал. Давай, пап. Сейчас папа вытащит. А, все, я и все, и тебе червя надо на верхний крючок одеть. И все, и дальше будем сама ловить с тобой. О, у папы, смотри, ух, ушла, какая хорошая была. Чё-то тащим. Рыбашка мелкая рыба. Да-да, мелкая, мелкая. Для кого мелкая, а кому-то в радость. Я же говорил, пап, мелкая. Густера хорошая. Ее такую на засолку. Это не бара, конечно, но все же. Моисей работает озадаченный. Мось, не надо так быстро тащить. Равномерно, дыши. Чувствуй. Чё тащит? Я тебе скажу, когда не крутить. Медленней, 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 медленней. Все, поднимай, стоп, поднимай. Нету рыбы. Все, держи на весу за бортом. За бортом.
Так, друзья, мы сегодня проспали рыбалку. Ангелинка вот стоит, играет. Раньше всех встал, никого не разбудил. Поехали мы на проверку. Время 8 утра. Поспали прям хорошо. Дочка со мной говорит, поехали. Этой ночью было прям прохладненько. Давай, Мась, жилетик одевай. Рыба, как говорится, ждать не будет. Но я думаю, она нас ждет все-таки. Масюнь, по улочкам все равно будет видно, сазан был, нет? Папа, давай. Не отталкивайся, он тут же красный. Я тебя жду, сколько я тебя уже жду? Полчаса жду тебя. Ты вчера с этими пауками уже замучил. Так, друзья, ну что, первое, смотрим. Натяг есть. Посмотрим, что по рыбе. По рыбе пустота. Здесь жарик гуляет. По-моему, в кустах же. Так, давай, подсак. Либо? Да, давай все. Держи! Не надо, ничего не держи. Давай, подсаком работай. Сейчас заведет в кусты. Ребятки, что-то прям хороший. Давай. Так, тихо. Ниже. Поднимай. Нет. Сейчас достанем. Так, плохо то, что нас понесло, торопиться. Поднимай. Есть хороший. Фух, наш. Тяжелый, папа. Так, тихо, сейчас мы оторвем все. Держи, не надо там. Как он весит? Сидел слабенько, ребят. Он почти мог, папа, он почти устал. Мог отпустить, пап. Да. Такое, нам повезло, пап. Такая тушечка. Нам повезло, пап. Конечно. Дождался у нас, пока мы выспимся. Похоже на рыбу, что она здесь есть. Вот и сюда зайдет у нас. Я держусь. Все, отпускайся. Подсак? Подсак, пап? Да. Хороший. Так, подожди, нет. Пускай нас крутит. Пускай нас крутит. Он в кустах. Эх, хороший какой. Хороший сазан. Крут? Все. Завел в кусты. Мась, держи просто его в воде и все. Сазан хороший. Папа, отличный сазан. Пап, я его не выдержу. Все, давай его сюда. Да, мы уже два сазана поймаем. Да. Один средний, один огромный. Надо, чтобы ты держался за камыш обязательно. Да, прям. Хороший сазан, ребят. Папочка. Прям трехстабильная будет. Сидит хорошо. Теперь надо его извлечь. Хороший сазан. Так, друзья, ну что, у меня здесь походу сазан сидит. Я уже снимаюсь. Так, мне надо как-то вот так лодку выровнять. Ой, да хороший какой. А я поднять не могу. Там зацепший.
как назло, держаться нет. Да, зацеп вторым крючком. Обмотал корягу. Но рыба есть 100%. Угу, давит. Ну что делать? Отрывать неохота. Он сидит. Сидит, обмотал что-то. Либо сетку, либо корягу. Оторвал. Обидно. Рыба осталась там. Вот, друзья, на этой стороне поставил. Удочка заведена. А рыбы нет. Ну, что-то затащило, потому что я закидывал. Стрежень пускал. Друзья, вот и закончилась моя рыбалка. Вот такой вот получился у меня выезд. Но это больше даже как не рыбалка, как отдых с семьей. Но все же что-то мы поймали, похвастаюсь уловом своим. Опа, вытащу. Три сазана. Один хорошенький прям такой. О! И два поменьше. Пойдем ты на травку. Ух, бойки. Красавцы. Наверное, не высыпать лучше, а доставать. Так как он цепляется гривой. Ну, это вообще прям зачетный, конечно, кабанчик прям. Вот такой вот, друзья, сазанело. Здоровский. В этом на Ахтубе даже побольше было. Очень много людей часто задают вопрос, то, что я делаю с рыбой. Вот, пожалуйста, смотрите фрагмент. И что же я все-таки делаю с рыбой? Вот в чем вопрос. Вот буквально я вчера приехал с рыбалки, с реки Ахтуба. Все посмотрели этот ролик. Я думаю, прикольно получилось. Ну, в первую очередь, конечно, я начинаю коптить сазана, потому что уху я делаю из него, только исключительно на рыбалке, дома я ее не готовлю. Дома я рыбу либо копчу, либо жарю. Ну, жареха она надоедает все равно. Канцероген, это очень вредно. То есть, вот таким вот образом. Вот у меня один сазан. Вообще шедевр просто получается. Смотрите. Закрываем. Ему еще полчаса доходить. На маленьком огне исключительно. Самая вкусная еда готовится только на маленьком огне. Ну, а второго сазана я сделал вот такое вот чудо. Сейчас вам покажу. Смотрите, какой балычок. Это примерно под двушечку сазанчик был. Отрезал башку, хвост. Балык вообще исключительно малосол. Солил я примерно часов, наверное, 15. Сутки не стал выдерживать, чтобы он был малосоленый и вкусный. Потому что ну, я не особо любитель, когда много соли, потом бегаешь, пьешь после этой рыбы, я не знаю. Литров 5 воды, наверное, выпиваешь за раз. Как-то так, друзья. Ну все, давайте продолжим нашу рыбалку. Приятного просмотра. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, тоже лайк. С вас комментарий и подписка. И до новых встреч. Пока.